креативным представителям нашей молодежи. Мы приветствуем вас, молодое поколение России! В стране нас треть населения! Нас много! Мы целая страна! С праздником вас! С Майовкой 2015! Я думаю, что современной молодежи можно гордиться, ведь мы умны, целеустремленны, и эти качества помогают нам в жизни. Сегодня у нас появилась прекрасная возможность показать лучшие качества молодого поколения. Нам не обойтись без многоуважаемого жюри. Приветствуем председатель жюри, глава муниципального образования Енисейский муниципальный район, председатель Совета депутатов Сергей Александр Иванович, администратор высшей квалификационной категории Князева Валентина Ивановна. Член коллегии Союза неуживального спорта России Королева Екатерина Николаевна. Профессиональный фотограф Каменский Дмитрий Анатольевич. А также хотелось бы представить наших почетных гостей Майовки 2015. Это председатель комитета по управлению развитием массового спорта, культуры и молодежной политики Соснин Александр Владимирович. Начальник отдела молодежной политики Комитета по культуре, спорту и молодежной политике Осмоловская Галина Александровна. И главный специалист отдела молодежной политики Комитета по культуре, спорту и молодежной политике Орлова Светлана Васильевна. Сегодня огромная группа поддержки, и это очень радостно для нас. Сегодня наша кингисеппская молодежь зажгет очень красиво. Мы получим истинное наслаждение, болея за их номера, за их выступления. И я желаю победы лучшему, кто сможет своим творчеством нас всех убедить в том, что его талант не превзойден. Уверен, что сегодняшний фестиваль станет ярким украшением всех праздничных мероприятий, которые мы проводим с вами в мае, вообще в 2015 году. Очень приятно, что количество участников с каждым годом все больше и больше. Уверен, что сегодня они нас поразят и сразят своим выступлением, своим творчеством. И, безусловно, сегодня хочу пожелать всем успехов. Вы действительно молодцы. Да здравствует молодежь Кингисеппского района! Да здравствует Майовка 2015! Добрый путь! Спасибо за такие приятные слова. Я надеюсь, что участники настроятся только на победу. Это направление фотоискусства впервые на Майовке 2015. В предыдущих годах оно не принимало участие, но в этом году мы нашли очень много желающих принять участие и показать свои способности. В этой номинации приняли участие как любительские и объединения, и любительские фотографии, и просто любители, и профессиональные фотографы. I like to move it, move it. You like to move it, move it. We like to move it. Thank you.
Молодого пацана, которого скупили все ваши слова. Он не